Ну что ж, купили идеальное платье, пора подумать о ножках, ведь осень уже наступила. А если наступает осень, сезон дождей, что делать, какую обувь выбрать? Мы вам в этом поможем. Итак, мои дорогие, рубрика «Мода», встречайте полуботинки «Джесс». Ну, правильно они называются, нежно-ботильоны. Итак, у нас две расцветки, сейчас на ваших экранах натуральный коричневый. Это коричневый цвет мне очень нравится. Ты знаешь, вот он такой вот подо все абсолютно. Мне еще нравится, что эти вот ботильоны я и под брюки бы надела, и под джинсы, и под юбочку. Почему бы нет? Здесь клучок есть. Итак, Олечка, наша Оля сегодня выбирает бежевый оттенок. Не случайно бежевый подходит к ее платью, сапфир, мои дорогие. Итак, сейчас мы будем разбираться с размерной линейкой от 35 до 41. Итак, 2090 рублей осенние полуботиночки и 600 рублей ваши, именно ваши выгоды. Дотянитесь рукой до телефона, стационарного или мобильного, этого не важно. Звонки из мобильных, из домашних телефонов бесплатны. Сделайте уже свой первый заказ и наслаждайтесь, летайте, дорогие мои, потому что мы на телеканале Shop & Show предлагаем только удобную, суперудобную обувь. Давай еще раз удостоверимся в этом. Итак, давайте поговорим о качестве, Олечка. Вот я всегда выбираю обувь, и мне очень важно, какой материал. Я сейчас хочу тебе сказать, что я отдаю предпочтение эко-коже. Во-первых, это практичный материал, и он напоминает нам натуральную кожу. Но скажите мне, в чем же отличие? Вы его не увидите, потому что на сегодняшний день эко-кожа становится одним из самых востребованных материалов. Все дизайнеры сейчас изготавливают обувь именно из эко-кожи. Во-вторых, мы видим внутри утеплитель. Если мы говорим о том, что наступает осень, всегда холодно, вы утепляете свои ножки. Не все любят носить носки. Я боюсь уже эту девушку. Она опять взяла в руки пульверизатор. Да что же такое? Опять эксперименты. Это прямой эфир и Shop & Show. Свет, ну я должна об этом сказать. У нас в Москве сегодня дожди. Это осенняя обувь. Самое главное, чтобы она была непромокаемой. Правда? Ведь так? Проверим, Свет. Я закрываюсь по полуботинкам. Ну что ж, давайте прямо сейчас попробуем, Олечка. Я беру у тебя пульверизатор, если ты позволишь. Вот смотрите, пошел ливень, сильный дождь. Что происходит с кожаной обувью? На нашей эко-коже капли даже не проникают внутрь. Что вы берете? Да просто салфетку и протираете. Посмотрите, сухо. Вот то же самое будет с вашей обувью. И посмотрите на салфетку. Олечка, я всегда хожу и выбираю обувь именно с салфеткой. И эта салфетка показатель того, что здесь вы видите качество. Ничего не прокрасилось. Оля Грядунова сразу проверяет. Итак. Вот я, кстати, сталкивалась с таким фактом. Вот взяла один раз обувь некачественную. Вроде блестит, думаю, хорошо. А потом домой пришла и прям рукой вот так провела, она вся грязная. Поэтому вот мне интересно, изначально она не окрашивается ли? Белая салфетка, абсолютно белая. Ну что ж, мои дорогие, где еще будут проводить такие эксперименты? Конечно же, только на Shop & Show. Итак, мои дорогие, это качественные ботинки Джесс. Правильно их называть ботильоны. И эти ботильоны выбирает сегодня наша Люба. Натуральный коричневый цвет идеально сочетается с нашим платьем. Да, это платье, это сапфир, который превращается и в тунику, и в блузу. И, конечно же, Люба выбирает брючный ансамбль, брюки Милана. Да, вот готовый образ и платье сапфир, которое сейчас превратилось в блузу. Вот этот ансамбль идет у нас по бесплатной доставке. Я бы хотела напомнить условия этой уникальной акции, которая действует только на телеканале Shop & Show. На 3900 рублей заказывайте и экономите света до 1000 рублей. Именно столько обычно у нас составляет доставка в различные регионы нашей необъятной родины. Ну что ж, мои дорогие, я всегда говорю, милые мои девочки, простите, что вот у меня высокий рост, и вам приходится стоять на высоких каблуках. Но это вы правда тоже любите ходить на каблуках. Не всегда это бывает удобно, но так хочется. И, кстати, я хочу вам сказать совет ортопедов. Они говорят, что женщина должна ходить на каблуках не потому, что это красиво и женственно, а потому, что это полезно для вашего позвоночника и вашей стопы. Что советуют ортопеды? Высота каблука должна доходить до 6-7 сантиметров. Что мы здесь видим? Мы укладываемся в эти размеры. 6,5 сантиметра высота наших полуботинок Джесс каблучка. И, кстати, мои дорогие, ваши ножки всегда будет комфортно и легко. А еще я бы хотела заметить, что размерный ряд у нас в полном составе от 35-го, да, до 41-го размера. Но 39-й, 38-й уже в ограниченной партии, поэтому поспешите, закажите. Кстати, Свет, недавно ходила в магазин, осеннюю обувь выбирала, думаю, посмотрю, сколько там стоит вообще. Ты знаешь, сразу уже размеров нет моих, у меня 39-40. Вот не 39, это самые ходовые, Олечка, потому что это самый ходовой размер, поэтому давай призовем
сейчас нашу модницу, если у вас вот ходовые размеры 37, 39, 40, то сразу звоните, ваш звонок бесплатный. Абсолютно верно, звонки бесплатные, оплата света при получении, в общем, комфорт и удобство. Иногда в магазин приходим, а денег вот не хватает, правильно? Что мы делаем? Возвращаемся домой, потом приходим, уже нет этих полуботиночек. А вот теперь, дорогие телезрители, просто набираете телефон, и оплата лишь при получении, когда до вас, на ваше почтовое отделение дойдут эти потрясающие ботильончики, вот там и расплатитесь. Так что никакого риска с телеканалом Шоп-н-Шоу. Вот вы знаете, а у меня проблема выбрать правильную обувь, потому что у меня высокий подъем. У вас та же самая проблема, не беда. Вам помогут полуботинки Джесс. Ты знаешь, Оля, 60% женщин страдают именно этим высоким подъемом. Что у нас? Посмотрите, мягкая эко-кожа. Внутри у нас текстильное байковое полотно. И давайте посмотрим на Ирину. Кстати, и у Иры та же самая проблема, высокий подъем. И если у вас даже ножки склонны к полноте, выбирайте размер в размер. Это очень удобные полуботинки, ботильоны. Посмотрите, натуральный бежевый цвет идеально подходит к следующему нашему специальному предложению. Это плащ Джавана. Но обо всем по порядку. И вначале мы все-таки с вами начнем снизу вверх еще раз знакомиться. Это я обращаюсь к тем, кто только сейчас включил телеканал Шоп-н-Шоу. Это полуботинки Джесс. 2090 рублей. Это цена премьеры. Знаете почему сегодня такая хорошая скидка? Потому что сегодня действует акция «Золотая осень». 30% на все товары из прямого эфира. Пользуйтесь этой акцией, экономьте свой семейный бюджет. Ну что ж, мои дорогие, давайте еще раз взглянем. Натуральный бежевый цвет, кстати, его выбирают в основном женщины, потому что это нейтральные оттенки. Он сочетается с любым верхом и любым элементом вашего гардероба.